В прошлом туре мы покинули проект. Мы говорим вам до свидания и не говорим вам прощай. Прошла неделя, и мы узнали то, что нас вернули. Мы этого не ожидали. У нас есть, конечно, то, над чем нам надо работать. Это, в первую очередь, поддержки. В этом мы практически проигрываем всем нашим конкурентам. Мы с партнером договорились, то, что на тренировках мы будем работать изо всех сил, слушать наставника и делать все, как он просит. Работать с ними одно большое удовольствие. И я, в свою очередь, хотел сделать им сюрприз. Надеюсь, им все придется по душе. Они будут улыбаться, будут счастливы и вернутся на лед в замечательном настроении. Распутать узел Гарри Гудини. Справитесь? Еще больше, кажется, завязал. Есть! Куда смотреть? Давай вместе. Я где? Спасибо, Илья Изяславич. За сюрприз. Так, солнышки мои. Вы два очень солнечных человека. Держим друг друга, не торопимся никуда. Дышим перед каждой поддержечкой. Вздохнул и поставил. Танцуем и озаряем своей улыбкой всех. Да? Давайте, пусть люди посмотрят на вас и тоже улыбнутся. У вас все получится. Давайте, я вас держу. С Богом. Эвелина Покраснетьева и Илья Макаров тренируются в училище Олимпийского резерва номер 4. Именно поэтому я за них очень болею. Это училище носит имя моего отца. Вместе с Ильей Авербухом работают Елена Масленникова, как хореограф, и Алексей Тихонов, которого представлять не нужно. И мне кажется, что именно по этой причине программы у воспитанников группы Ильи Авербуха такие насыщенные и такие красивые. Классическая история чуть-чуть четче. Твизлы исполняет партнерша. Это не редкость в нашем проекте. Девочки все-таки психологически более устойчивые, как правило. Просто Илья куда-то поспешил. Та самая поддержка провозка. Нежный и этот чудный взгляд.
и ваша неподвижность, и бледность, и молчание душе моей так много о многом говорят. Вращательная поддержка получилась. Я тоже аплодирую ребятам, потому что все, что задумал Илья Авербух, все у них получилось. Да, можно придираться к маленьким помаркам, но вот ощущение вот это, которое они подарили, которое остается у меня в душе, оно непередаваемое. Но если Пигмалион не нажил счастья с Галатеей, то, что касается произведения искусства, которое воплощало Ильи Покраснетьева, у Ильи Макарова с ней, мне кажется, очень неплохие шансы. Мадам, ваша ручка. Молодец, молодец, умница. Ну, красавчик, красавчик. Молодец, молодец. Эвелина Покраснетьева и Илья Макаров. Оценки за технику. 5-4, 5-5, 5-4, 5-4, 5-4. Средний балл 5,42. Оценки за артистизм. 5-5, 5-6, 5-5, 5-4, 5-4. Средний балл 5,48. Общий балл 10,90. Мы готовы услышать ваше мнение, Геннадий Михайлович. Ну, я бы, если можно, хотел бы просто сказать в первую очередь о наставнике. Потому что Илья – это просто фонтан идей. Вот эта пара, она просто еще, у них все еще впереди. Они еще, ну, маленькие спортсмены. Они делают твизлы через один шаг. То есть это, в общем, у нас входит в разряд тяжелых элементов. Это в короткой танце, как он сейчас называется, ритмический. Креативные поддержки, то, что сейчас очень приветствуется. Вот, очень интересно показаны дорожки шагов, то есть они отражают именно музыку. И то, что сейчас очень приветствуется, этот характер шагов именно в параллельных дорожках. То, что сейчас делают очень мало топовых даже пар. Они на правильном пути, и просто им нужно немножко, так сказать, прибавить во всем. Ну и просто стать настоящими фигуристами в ближайшем времени, что им это и удастся. Спасибо. Все так было креативно у ребят. И входы, и выходы. Просто вы еще маленькие. А здесь маленькие все спортсмены. Маленькие. Почему тогда вы ниже ставите баллы? Потому что просто вы маленькие, у вас нет, все в будущем. Нет, не потому что маленькие. Просто потому что можно делать один и тот же элемент на разном уровне. Его можно делать круче, его можно делать более большого хода, его можно делать более амплитудно. То, чего этим молодым ребятам еще не хватает. Спасибо, нет, все понятно. А, Наталья? Я хотела бы отметить необыкновенную трогательность Ильи и партнера. Это просто что-то незабываемое. Я специально готовилась к сегодняшней программе. Конечно, я просмотрела все программы, которые были до того. И это удивительное чувство, когда слезы наворачиваются от того, что такой маленький человек так заставляет тебя чувствовать и так трогательно это делает. Пожалуйста, не растеряй, Илюш, это в своей дальнейшей творческой деятельности. А Илье, старшему наставнику, я ставлю сегодня, правда, шестерку за этот номер, потому что удивительное сочетание вот этой трогательности партнера, этого кокетства девочки, и это все внутри заложено. Я думаю, они правильно понимают свое место в этом проекте. Расстроился? Можно я тебя обниму? Несмотря на оценки, просто знаете, что это было очень красиво, очень трогательно. И, знаете, нет, не по-детски. Не по-детски. Вы передали образ такого юношества, светлого, красивого. И
Не смотрите на цифры. Вы большие молодцы сегодня. Я под огромным впечатлением. И вы хотите что-нибудь сказать зрителям, которые тоже сейчас сидят в зале, и я вот смотрю на их лица, им просто безумно понравилось. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Я уверена, что слова судей, которые сейчас сказали, обязательно сбудутся. Вы еще многому научитесь, и все у вас будет хорошо.